Кузьмин. Это студия, пожалуйста, студия «Поющие руки» Выборгского района, школа номер один. Единственная школа, которая занимается такими детками. Замечательно. Спасибо, что вы слышите нам по заданному. Мы вам слышим, это нам. Да, я не устану сегодня этим благодарить. Людей, которые приехали со всей Барселоны, даже из Биробиджана приехали люди, приехали с Алматы, приехали с Казахстана, я уже сказала, приехали с Пензы, с Харькова, Украины, Беларуси. Большое вам спасибо, Люди. Девушек хороших, как много ласковых.
и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем в земле этой вечной жить? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. За небесный пошел мне прощение, за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной жить? В темно-красном своем для меня будет петь моя Дарья. В черно-белом своем преклоню я пред нею голову. И заслушаюсь я любого отпечатки и печали. А иначе зачем на земле этой вечной жить? И когда заглубиться за кратно углом золотая, пусть опять и опять предо мной проплывут моя. И синие были белые люди, и вдали золотая. А иначе зачем на земле этой вечной жить? А иначе зачем на земле этой вечной жизни? Сегодня вы услышите исполнение и Анны Мушак, и Алены Петровской, и Екатерины Барановой. Были подобраны специально те песни, не сойти мне с этого места, которые я не спою. Не надо портить великие песни. Они знают, как это сделать. И попомните мое слово, вы со мной согласитесь. Сейчас будет исполнена также великая песня Советского Союза. Нет, без
тебя всегда. Я не могу иначе, буду любить тебя всегда. Я не могу иначе.